как все это случилось? Как-то раз зашла я на канал Мотокурс, подсматриваю, и увидела довольную рожу своего мужа, который скачет на квадроцикле по кочкам. Радостный! И вот я поняла, что же дарить ему на день рождения. Ну и плюс в быту пригодится, в хозяйстве. Очень дельная штука, дрова таскать и прочую фигню. Вот он идет еще, он еще ничего не в курсе. Да, крайне круто, кстати. Да. Крайне круто сказал. Да, моя чумазая. О, этот... спасибо. Так, о, круто. Вообще крайне круто. Крайне круто. Что за репортаж? Мы снимаем репортаж с конной базы. Пьют кофе, да. На конной базе. Как кофе? Кофе отличный, как всегда. Немножко заранее. Но я решила, что когда вы закончите делать половым актом с дровами, то будет уже не очень актуально. То есть сейчас, да? Сейчас он чуть более актуален. День рождения начался чуть-чуть раньше. Думала следующую субботу поздравлять, но мне кажется, сейчас актуальнее. Крайне круто. Нет. Надо его как-то назвать теперь. Это тоже же конь. Это кобыла или... Я не знаю, загляни. Вроде мужик, Тарков есть. Тарков есть. Что, теперь надо лунтик продавать, что ли? Можно половину металлолома сдать, в общем-то, хотя бы. Небольшую часть его. Я еще не проснулся, я еще... Не, он не понял, этом, да, прямо да, видно, что он не понял. Димсон, у тебя есть квадрик! Ты вступил в клуб квадроциклистов! Как я за тебя рад! Наконец-то это произошло! Вот тебе масла, потому что там же сразу надо будет сделать ТО. Обкатать и так далее. Чтобы он был у тебя чистый, да, как обычно. У тебя полный комплект. Вот сарай строить. Все бросаем. Просто в конюшню в одной стоил пойдем. Можно. Можно свободиться. Как раз можно. Он доволен. Конечно, доволен. Он еще не верит своему счастью. Он ничего не проснулся. Это точно твое. Вот это кран. Я его только что открыл. Я понял. Да, ну, это вариатор. Не, не все вместе. Вот то, что я тебе показал, это вариатор, считай. Твоим этим. Я понял. Значит, это заливная моторная, вот это сливная. Так, тут щуп. Здесь щуп. Значит, здесь входит 0,8. Сейчас здесь транспортировочная масло. Его слить, ага. Его надо слить сейчас и залить обкаточное. Потом проедешь там 50-100 километров, его сольешь вместе там с этой стружкой. И новое. Значит, можно через вот эту сливать, там сетка. Угу. Есть еще вот здесь. Которая без сетки? Да, которая это. Ну я с сеткой. Совсем как погулял, Даша. Не привык вот так. Масло. Ну, это железные кони, они как-то более послушные. И у них нет никаких поликов. Блин, ну круто, круто. Крайне круто. Надо делать ТОшку и обкатываем. По-быстрому. Сорвал? Сорвал? А, все так. Показывай. Сетка там осталась? Верно. Да. Ага, вот этой стороной, короче, вот так вот. Угу. Ставить. Вот он, да. Меньше гнить будет. Комплит. Ну это да. Девочки.
Ну там ну, примерно. Там плюс-минус, не принципиально. Влезает она? Ну да. Льется. Чуток. Курс рулит.